канал ГИС Самара для вас. 30 отжиманий в два подхода, затем брусья и легкая пробежка. Борис Алянчиков влюблен в спорт и Самарскую набережную. Каждое утро он приходит к ладье с улицы Садовой, отмечает убранство, красоту и людей с оранжевыми ранцами за спиной. Это и есть дезинфекторы. Специалисты муниципального предприятия Самарская набережная обрабатывают все поверхности объекта, до которых может дотянуться рука человека. Спортивные, детские площадки, поручни, пандусы для маломобильных граждан и остановочные павильоны. Они перешли на баланс предприятия после реконструкции четвертой очереди набережной. Людей в комбинезонах. Зонах с ранцами Борис поддерживает. Санобработку в период пандемии считает необходимой. Обязательно надо, потому что очень большое количество людей посещает площадку. Также и дети, соответственно. То есть, видите, сана совмещена спортивно с детской. То есть, безусловно, это обязательно надо делать. Пока погодные условия еще позволяют работать жидкими дезинфицирующими средствами. На территории набережной в ежедневном режиме трудятся 3 бригады. Дезинфекцию проводят ручным способом при помощи ранцев распыления. Средства для санобработки парков, скверов и объектов городской черты безопасны для людей, имеют сертификаты качества и рекомендованы Роспотребнадзором. Обрабатываем мы каждый день на всей территории набережной, начиная, то есть, от ладьи, так скажем, четвертой очереди набережной, кончая речного вокзала. По мере снижения температуры воздуха работы на улицах приостановят. Дезинфекцию будут проводить только на закрытых территориях и объектах, чтобы предотвратить травмирование горожан. Антисептический раствор предназначен для использования при плюсовых температурных значениях. На сильном холоде он может попросту замерзнуть. При отрицательных температурах бактерии никакие не выживают обычно. Поэтому Роспотребнадзор, требования по рекомендации безосадной обработки поверхности, он выдал как раз в начале апреля, когда уже потеплело, сошел снег. И люди, по крайней мере, начали посещать эти объекты. Появился тактильный контакт с поверхностями. И уже с этого момента мы начали работать по санитарной обработке. По завершении зимнего периода специалисты, скорее всего, вернутся к дезинфекции открытых городских пространств. Сейчас готовы работать до первого снега и сурового минуса на термометрах. Особенно на территориях, которые так любят самарцы – набережной, парках, скверах. Запасы средств для орошения постоянно пополняются. Санобработка будет находиться в зоне особого внимания властей, вплоть до снятия режима повышенной готовности. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.